Приветствую тебя на канале Твой Конфиг, меня зовут Евгений. В этом видео я расскажу тебе, стоит ли ехать в отпуск в этом году в Крым, а также покажу тебе, что нового произошло в Евпатории. По возможности, если у меня сохранились видео, покажу, что произошло в САКах. Первое, с чего хочу начать, это на чем стоит ехать. Самолет, поезд или автомобиль. Про самолеты в связи с той ситуацией, которая у нас сейчас сложилась, но вряд ли вы сможете полететь. И, скорее всего, даже на это не рассчитывайте, этот сезон будет без самолетов. По поводу поезда, ехал я на Таври, туда ехал на московском Москва-Евпатория, обратно я ехал Симферополь-Санкт-Петербург поезд. От Воронежа стоимость плацкарта стоила 2400 и 2700. Как бы стоимость плацкарта известна, там вы сами понимаете прекрасно, что купе и СВ будет, естественно, стоить дороже. Если у вас есть собственный автомобиль, стоит ли ехать на нем или нет? Для начала это не должно быть какой-то старая корыта, в надежности которого вы не уверены. Стоит ехать, в принципе, вы будете мобильны, вы сможете посмотреть весь Крым, можно перемещаться, грубо говоря, там пожить пару дней в Ялте, пару дней в Севастополе, там в Евпатории, в Керчи, еще где-то, плюс покататься по различным достопримечательностям и все это дело посмотреть. Но надо учитывать того, что будут вероятнее всего пробки, так как М4 строится. В Крыму очень много понастроили новых развязок. Рекомендую перед выездом скачать на смартфон либо на навигатор самую последнюю карту полуострова со всеми дорогами и прочее, потому что изменений очень много. Указателей, номерные знаки, ну, какие-то знаки дорожные не всегда успевают ставить, можно заблудиться. Собственно, куда ехать? Я ехал к родителям, это в город Саки, это Западный Крым, Евпатория рядом, там, грубо говоря, в 20 минутах на автомобиле, либо в 35 минутах на автобусе, либо на электричке. Электрички по Крыму сейчас ходят, билет стоит недорого, правда, ходит пока не часто, но я думаю, что в сезон их будет на порядок больше и быстрее. Если вы едете с семьей, вы любите песчаный пляж, либо мелкую гальку, то рекомендую ехать в Саки, Евпатория, Поповка. Объясню почему. В Саках мелкая галька и песок, Евпатория – песок, Поповка – песок очень мелкий. В Саки нужно ехать, а именно лучше, конечно, в Новофедоровку, потому что там пляж близко. Если вы едете в сами Саки, то санаторий Бурденко. В общем, можно подлечить суставы и прочее-прочее целебными сакскими грязями. В Саках есть теперь набережная Соленого озера, ее там благоустроили, но, к сожалению, не доделали. Навесов от солнца над лавочками фактически нигде нет. На момент апреля фонтаны не работали, ничего это не работало, везде шла подготовка, но могу сказать, что если сравнить с прошлым годом, Саки стал на порядок более убранный город. За чистотой стали смотреть, управляющие компании стали наводить порядок. Уже не будет такого, как это было там 4 года назад. Срача уже нет как такового. Везде делаются потихонечку тротуарчики и прочее-прочее, и дороги ремонтируются. В общем-то, движняк есть. Кстати, здоровский. И еще я заметил, что в автобусах в городе Саки работает кондиционер. Ребят, у нас в Воронеже в автобусах кондиционер никто не включает. Ну, видимо, жадничают непосредственно водители, экономят на топливе, а также деньги, наверное, экономят. В Саках в автобусах работает кондиционер. По ценам в Саках санатории, сами понимаете, это изначально недешевое удовольствие, поэтому тут лучше заходить на сайт санатория и уточнять цены на конкретные даты.
по продуктам питания и прочее. Ну, в принципе, цены такие же, как там в Воронеже, в Москве, плюс-минус по России, да. Что рекомендую? Попробовать САКХ. Обязательно рекомендую попробовать сакское мороженое, пломбиры там и прочее. Оно очень качественное, вкусное, и я получил от этого море удовольствия. Теперь давайте немножко про Евпаторию. В Евпатории, к сожалению, центральная набережная, которая должна была реконструироваться, это все дело у нас, мягко говоря, немного похерено. В общем, там идут какие-то разбирательства. В общем, ее уже как второй год никто не делает. Поэтому про центральную набережную можете забыть. Если говорить про набережную, которую памятник Геракл, то там, в принципе, чистенько, ухоженно, есть и лежаки, и навесы, но в сезон там народу тьма тьмущая, не протолкнуться. Но ночью там повеселее. Очень много ресторанов, кафешек. Соответственно, есть где и поплясать, и коньячку попить, так скажем, с чебуреками, либо с шашлычком, да? Очень много всякого рода развлекухи для детей. То есть начиная от всяких там покатушек по волнам на бананах, включая там детские какие-то развлекательного характера аттракционы, это все тоже есть. И в Евпаторийский центральный парк привели в порядок, стригут газончики, появились новые локации для фоточек, новый фонтан там очень интересный появился в виде не до кругов каких-то. В общем, это все дальше в видео я вам покажу. По-моему, я все это делал заснял. Море не глубокое, не будете переживать о том, что у вас дитё утонет, там можно идти-идти достаточно долго, тебе все будет по колено, потом по пояс, в общем, почти до конца пирса можно дойти. Ну, это я, конечно, преувеличиваю, но тем не менее, с детьми туда ехать можно, нужно, и есть, в принципе, где погулять, много парков, все это приведено уже относительное неплохое состояние, чисто убрано, есть два колеса обозрения, есть несколько храмов и соборов различных религиозных конфессий, есть старый город. В общем, в Евпатории можно глянуть и отдохнуть как культурно, также и поплясать, потанцевать и покупаться в море. Что касается Поповки, это бывшая территория Казантипа именно, да, там проходит уже некоторое время фестиваль, там новый город Z-City, то есть туда тоже летом приезжают всякого рода диджеи, драм-н-бейс, техно там и прочее-прочее, то есть если вы любитель электронной музыки, то туда welcome. Правда, не знаю, в этом году будет ли там что-то или не будет, не знаю. Как бы тут надо уточнять непосредственно у них на сайте Z-City. В Поповке очень много всякого рода гостиниц, гостишек, хостелов и прочее, но крайне мало всяких увеселительных заведений, кафешек и прочее, магазинов, супермаркетов, там ничего такого нет. То есть, если вы едете купаться, вам надо Лазурное море, очень мелкий здоровский песочек, вы любите электронную музыку, как бы этого будет вам вполне достаточно. В конце концов, если вы едете на машине, можно всегда прыгнуть в автомобиль и домчать до Евпатории или еще куда. Что касается Новофедоровки, которая рядом с САКами, сейчас очень много летают самолетов, достаточно там шумно, но достаточно неплохая набережная с большим количеством кафешек и прочее-прочее. В общем, пляжные развлекухи в Новофедоровке есть. Но чем ближе вы снимаете номер к берегу моря, тем, естественно, все это будет дороже. По ценам, естественно, что чем ближе к морю, тем дороже. Чем ближе кафе к морю стоит, тем дороже. Чем ближе к морю какое-либо развлечение, тем дороже. Но не обязательно покупать продукты где-то непосредственно на набережной. Есть очень много локальных магазинов, которые работают круглогодично, а не только в сезон. И там цены приблизительно будут такие же, как у нас. В Евпатории рекомендую купить обязательно евпаторийский батон. Очень вкусный батон. То есть выпечка прям там классная. Деньгам по оплате в большинстве случаев
Точнее, не в большинстве случаев, а во всех случаях все торговые точки берут наличку. Но вы можете столкнуться с тем, что далеко не все торговые точки принимают оплаты карт. Не потому что они не могут это сделать, а просто потому что они не покупают терминалы, не регистрируют их. Страшно ли ехать в Крым или не страшно? Тут каждый для себя решает сам. Я считаю, что не страшно, нечего бояться, но единственное, о чем хочу сказать, что рекомендую не разговаривать с незнакомыми людьми, которыми вы только познакомились там на пляже, либо в кафе, на тему политики и прочего, дабы не скомпрометировать себя, а также не развязать какого-либо конфликта. Собственно, все. Если у вас есть вопросы, пишите в комментарии, по возможности отвечу более развернуто. Сейчас давайте будем смотреть Евпаторию, морешко, пляж и всю эту красоту. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, дизлайки и писать комментарии. С вами был Евгений, твой конфиг. Приятного просмотра. Идем в сторону набережной. Сзади вот там железнодорожный вокзал, а правее туда автовокзал. Улица Фрунзе, пешеходная зона. Прямо у нас морюшка. Тут всякого рода кафешек готовится к открытию. Это Юра из канала «Я крымчанин». Возможно, будет что-нибудь снимать, но это не точно. Ссылка будет в описании. Дельфинарий. Восстановленная лазурная набережная. Сейчас мы по ней прогуляемся. Идет вот подготовка к сезону. Кстати, все время было интересно вот это. Зачем такая крыша? Я не понимать. Если кто в курсе, напишите. Солнце защищать будет, не будет.